Всем привет, с вами снова Илья, это обзор и прогноз по рынку криптовалют на сегодня, 29 марта. Давайте для начала по традиции посмотрим, чем рынок отметился за последние 24 часа. Биткоин продолжает снижение, около 6% он теряет относительно вчерашних отметок, но и вслед за ним идут и альткоины. Единственное, сильными здесь монетами выглядит EOS, который на падающем рынке торгуется около нуля. Сегодня он будет в обзоре, более подробно о нем поговорим. И Tron, то есть Tron на падающем рынке прибавляет 8%. Это, конечно, очень сильный признак, поэтому здесь остается только, наверное, поздравить тех, кто ждал и дождался, когда Tron наконец-то станет ракетой. Ну, тоже он сегодня в обзоре будет, подробнее о нем поговорим. А начинать будем с биткоина по отношению к доллару США. Напоминаю, что все котировки у нас в бирже Bitfinex. Итак, по биткоину сначала немного итогов вчерашних каких-то прогнозов и моего взгляда на данную криптовалюту. Ожидал я, что дальнейшее снижение будет, так как мы вышли из вот этой зоны накопления в более локальную. Ну и ожидал я, что дальше у нас биткоин пойдет вниз, и единственное, что я все-таки предполагал и больше рассчитывал на то, что мы сейчас отобьемся и как-то ложно выйдем наверх, вот сюда вот, до 8400, чтобы здесь ликвидность с этих покупок набрать, и только после этого пойдем вниз. Но рынок иначе распорядился, и сразу же из этого ценового канала мы пробились вниз. Что сейчас происходит? Мы достигли практически уровня 7300, это, напоминаю, уровень, который является целью коротких позиций, которые я рассматривал открытие по 8230. Поэтому по 7000 я бы 300 уже закрывался практически полностью, новых шортов я бы здесь не открывал. С чем это связано? Прежде всего, уровень 7300 выглядит очень сильным уровнем. Связано это прежде всего и с тем, что это был уровень остановки вот этого вот падающего движения. Во-вторых, сам характер отбоя, то есть обратите на него внимание, это был просто V-образный отбой, и практически без остановок цена дошла до следующего сильного сопротивления, там 9100. Поэтому сейчас я ожидаю, что дойдя до этого уровня, ну мы уже фактически до него дошли, там будет отбой довольно сильный, и здесь какого-то локального роста я ожидаю, там первая цель где-то 7700, то есть скорее самый читаемый вариант это до 7700 здесь дойти и после этого в дальнейшем снижаться. То есть, ну, пока картина для меня выглядит примерно следующим образом, но как бы подытожив, я все-таки сейчас некоторого локального роста жду. Безусловно, глобально тенденция сохраняется нисходящая, каких-то ярких признаков разворота здесь нет, есть только признаки некого локального роста. Есть вариант, безусловно, попробовать здесь приоткрыть какие-то длинные позиции на покупку, постараться подержать до 7700, но в этом случае небольшие стоп-лоссы ставьте, так как никакой уровень, каким бы он ни был сильным, он не дает никаких гарантий ни в коем случае. Поэтому стоп-лосс, безусловно, идея торговая открыться здесь на покупку, ну, мне кажется, она неплохой. Ну, а глобально какие-то шорты я не готов рассматривать ближе, чем 7800. Вот таким вот образом идем дальше. Следующий у нас это эфир. Эфир очень слабо выглядит, продолжает выглядеть. Ну, здесь ничего не поделать. Читал в комментариях, задолбал ты со своим нисходящим трендом. Ну, нисходящий тренд не у меня, а нисходящий тренд у криптовалюты, поэтому моя задача, к сожалению, только факты констатировать и смотреть, на какие же здесь есть признаки разворота. На данный момент я признаков разворота не наблюдаю, к сожалению. Есть объемы, здесь появились. Они могут говорить о том, что сейчас эфир откатится наверх, ну, вернется он там до 513. Сделает ли это погоду? И стоит ли здесь брать вот эти вот там 15%, и то не точно. Ну, на ваше усмотрение, безусловно, также по эфиру, как вслед за биткоином, да и по остальным многим криптовалютам, я жду локального отбоя наверх. По эфиру я целями такого локального отбоя, ну, вижу отметки, ну, первые, наверное, 450, вторые, возможно, 508. Более глобального роста я здесь ждать не готов. Открываться сейчас на продажу, на мой взгляд, идея не очень интересная по той причине, что здесь цена, ну, она уже на локальных минимумах находится, и в дальнейшем там брать целями 380-370, то есть там какие следующие уровни. Но это просто получается, вы ради 5% здесь заходите в шорт по дну рынка. По-моему, не очень мысль. Идем дальше. EOS
продолжаем разбирать, что у нас по EOS. EOS смог пробить этот очень сильный уровень, возле которого цена долгое время скапливалась, но сейчас до следующих ценовых отметок сильных она дошла. Поэтому в этой ситуации я бы все-таки от EOS ожидал следующего. Скорее всего, мы сейчас немного вниз уйдем, возможно, где-то вот здесь консолидацию поймаем небольшую, и после этого в дальнейшем наверх пойдем. Ну или альтернативный вариант, да, это был ложный пробой, мы сейчас резко вылетаем вниз. Поэтому, если вы сейчас берете, планируете его взять, я думаю, что при проходе вот этого вот уровня, вот этого следующего уровня, у него здесь пути довольно глобальные открыты, поэтому наиболее консервативный вариант это все-таки подождать и посмотреть, как он разберется с уровнем 84 тысячи и после этого взять. Или такой более рискованный вариант взять там возле нижних по 8600 и с небольшим стопом куда-нибудь вот сюда чуть ниже, там 76 выставить и глобально его подержать, учитывая силу этого уровня, я думаю, что первая цель там 100 тысяч, это выглядит очень-очень вероятным. Вот EOS, далее Tron, к нашей ракете перейдем. Что касается Tron, здесь смог он преодолеть уровень 612, скажу честно, я такой ситуации не ожидал. То есть для меня Tron всегда каким-то своим ростом, это был какой-то локальный рост. Сейчас уже такой рост стал более глобальным, и учитывая, что мы прошли очень сильные ценовые отметки в 600, этот рост может продолжиться. Я надеюсь, что холдеры Tron, а таких немало, здесь все-таки будут в каком-то плюсе или около нуля хотя бы закроются. Ну, здесь следующий уровень это около 900 долларов, такой сильный, глобальный, который именно можно считать зоной какой-то фиксации. Ну, 750, ну, это такой довольно спорный уровень, но тем не менее он также существует. Поэтому по Трону сейчас ситуация выглядит неплохо, неплохо для того, чтобы пробовать его как-то набрать, но по рынку, опять же, это высоковато, 612, возможно, 577, это уровни, которые больше для этого подходят, поэтому здесь лучше, наверное, отложенными ордерами, если вы его берете. Если вы трон в холде, я думаю, для вас ситуация принципиально не меняется, что вы его холдили, когда он стоил 400, что вы его холдите, когда он стоит сейчас 650. Потенциал для роста здесь, безусловно, по нему есть. Идем дальше. Это у нас Verge по отношению к биткоину. Все эти криптовалюты, оставшиеся, я взял из комментариев, поэтому если вас что-то свое там интересует, то обязательно пишите, разберем и рассмотрим. Итак, посмотрим, значит, Verge по отношению к биткоину. Что у нас происходит сейчас? После такого довольно сильного роста, да, мы также сильно откатились. И мне здесь, ну, по-моему, то же самое я говорил в предыдущем обзоре. Verge, кажется, не так давно разбирал. Все же для меня вот такой вот помпообразный характер роста – это всегда отталкивающий фактор от монеты. Да, сейчас она там находится на неплохих ценах, учитывая вот это вот то, как она помпанулась до этого, и учитывая, что сейчас она возле средних значений, и вроде как все хорошо, то есть можно ее там взять со стоп-лоссом 491 и стейком там 700. И такая сделка действительно имеет право на жизнь, но просто у меня сам характер отбора инструментов, он, как правило, исключает вот такие вот монеты, которые такой вот сильный рост испытали и такое же сильное снижение. Поэтому Verge для меня лично здесь выглядит плохо, я его в портфель не включаю. Но сделка, как таковая, имеет место быть, около рыночной цены для покупки со стопом 480 и около 700. Далее это у нас Ncash по отношению к биткоину. Ncash для меня это сейчас криптовалюта, которая находится в неком локальном боковом диапазоне, у него есть четкая там нижняя граница 360, верхняя 489, и мне кажется, что в этом ценовом диапазоне сейчас продолжит Ncash находиться, поэтому вот эта вот зона 361-380 это неплохие зоны покупок, а вот это вот промежуток 446-489 это неплохие зоны для того, чтобы здесь начинать как-то частично закрываться, возможно даже последовательно. Ну, больше добавить нечего, вот таким вот образом. Хочется что-то порассуждать, всегда, знаете, о монете, рассказать там какие-то уровни, еще какие-нибудь интересные сетапы, но в данном случае, когда боковое движение, рассказывать особо нечего. Далее Lisk по отношению к биткоину, он продолжает снижение, признаков разворота он здесь не дает, как и не давал до этого. Есть некие там локальные у него бывают, опять же, пампы, назовем их так, но глобально все сохраняется в таком нисходящем тренде. Поэтому здесь я готов рассмотреть только шорт от 12200 с целью 10404.
примерно вот таким вот образом. То есть это уровни, которые я обозначил. А покупать, ну, смысла особого нет, объемов по нему также не наблюдается. Вот, постарался максимально четко, максимально подробно рассмотреть биткоин, и так как от него будет зависеть общее рыночное настроение на ближайший день, и разобрать монеты из комментариев. Поэтому я сейчас уже говорю, что мой обзор подошел к концу. И напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Сюда ни в коем случае не надо инвестировать то, что вы не готовы потерять. А также всегда формируйте две альтернативные точки зрения, а торговые решения принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, скорее всего, до завтра. Пока, удачных вам сделок!